Осел приходит ко льву и заявляет ему: «Лев, вот скажи мне, с какого такого хрена ты царь зверей?» Лев говорит: «Ну, я сильный». Осел говорит: «Так и я сильный». Лев: «Ну, у меня вот грива». Осел говорит: «Так и у меня грива». Лев: «У меня кисточка на хвосте». «Так и у меня кисточка на хвосте». Лев думал, думал: «Я свою львицу могу 30 минут жарить». Осел говорит: «Так и я свою ослицу могу». В общем, решили засоревноваться, отжарить друг друга. Кто дольше продержится, тот и выиграл. Лев такой: «Я первый». В общем, забрался на осла, 30 минут, все, кончил. Очередь осла. Осел забирается на льва, в общем, жахает его, жахает. Лев смотрит на часы, 15 минут, 20 минут, уже начинает нервничать. Звонит своей львице: «Алло, милая, скажи мне, что ты делаешь, чтобы я, ну, быстрее кончил?» Львица такая: «Ну, я так попой виляю, и ты быстро кончаешь». В общем, лев начинает вилять своей задницей. А ослу хоть бы хрен. В общем, 24-я минута. Лев звонит своей любовнице, пантере. «Алло, пантера, скажи мне, что ты делаешь, чтобы я быстрее кончил?» Пантера такая: «Ну, я так коготочками тебе по яичкам глажу, глажу, и ты прям вмиг кончаешь». В общем, лев там, виляя своей задницей, ослу, в общем, когтями по яичкам херачит, и осел бурно кончает на 26-й минуте. Лев такой: «Ну что, я царь зверей?» Осел смотрит на него в полной эйфории: «Нет, Лева, ты не царь, ты бог!»